Машина, говоришь, едет, да? На-на! Сейчас, ребят, обождите. Доброго времени суток, ребята, друзья мои. Продолжаем снимать наш любимый сквад. Снимаю вам сегодня видосик на вечерок. Готовьте там чаек, пивко, водочку, ну, что вам больше нравится. Играем сегодня за Австралию против повстанческих сил бородачей. Играем на пустынной карте, я играю тандемом. Карта только началась, всем приятного просмотра. Как будет дальше происходить боевое действие, мы не знаем. Так что, что будет, то будет. Погнали. Что там, план у нас есть какой-нибудь, командир? Австралия, Австралия. Кенгуру в деле, ребят. Ярик что-то нас все заборы пособрал. Что-то как-то это. Сейчас дискотека начнется скоро. Выходим. Выходите, не разбегайтесь, только посмотрю. Окей. Ну а что, прицел топовый, чем вам не нравится, пацаны? Смотри, там точечка. Второго приняли. Дай-ка я возьму трубу на всякий случай. Разгружайте, разгружайте. Опа. Стройку разгружайте сначала. Стройте, идите в лидер. Едет, едет. Нас вражеские. Снял его. Сняли мотоциклиста, пизда, да? Блядь. А что там произошло? Мотоцикл шахид. Бля, это шахид был. Машина, говоришь, едет, да? Снял его. На-на! Сейчас. Сейчас, ребят. Обождите. Сейчас. На-на. Хорошо. Так, машина минус. Блин, а мы даже и патроны ничего не построили, да? Эрик, обеги! А, ресурсы ж есть, ё-моё. Точно, успели разгрузить. Блин, успели разгрузить, красавчики. Красавчики, ребята, успели разгрузить. Парни, помогите копать хап, а? Патроны, ребят, патроны, патроны сразу, патроны сразу. Мне нужны тандемы, патроны срочно. Кто на 200? Где кто на 200? Все, выкопал. Спасибо, парни, спасибо. Все, докопали. Сейчас, подождите, узнаем, что где. Что, где, когда? Пулемет, по ком ты работаешь? 150 СПГ-шка противника. Да, вижу, вижу, вижу. Попал. Попал. Еще возьму. Давай, пулемет, работай, работай, работай. Работайте по этим бармалеям. Я понял. 154. Так, эту я взорвал. А нет, СПГ еще цело, да-да. Мимо, еще возьму.
Там одна, правда, одна СПГ торчит, что я ничего не сделаю. Так что придется с пулеметика пострелять, с автоматикой. Она поехала. Блять, она... Там... Шайтан, машина! Стой, сука! Стой! Блядь, не перезарядил! Давай, 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 лоханулся, ребят! Сори! Кто будет смотреть? Сори, пацаны! И уже? Давай! Ну же! Я ранен! Все, красота! Техника выбита! СПГ взорвал, ребят! Пулемет херачит. Красава, давай, давай, братюня, давай. Какой еще приятный, шикарный звук. Там еще живые есть? Возле техники все умерли там, да? Надеюсь. Так, все, прекратите, стоп, хватит, хватит, хватит. А кто, это что было? Это что? Миномет, миномет. Это карандаш, скорее всего, выстрелил. Скорее всего, да. А не миномет. Так, рассосаться из точки, рассосаться. У нас, у нас, у нас, у нас! Убил, 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 все. Я убил его, я убил, ребят. У нас тут Бармалей бегал. Сейчас пулеметчик лежит, сейчас тебе медик поднимет. Техника наша где-то? Двигаемся на метку глаза, давайте, потихоньку. Техника не наша. За восточную часть ближе берите. Какая техника, скажите? Метка есть на технику примерно, ребят? Сейчас я бегу. Не вижу, не вижу. Ну, что тут, ханьте? Я ее слышу, но не пойму. Это джип. Метку, метку, метку. Ага, понял. Куда-то заехал он. Где? Метку, метку, точно. Стакочник вот с севера стреляет, нет? Почему я не вижу? Где она? Где это говнецо, ребят? Опасно это все. Ладно, пока не высовываюсь. Пока не высовываюсь. Так, парни, разворачивайтесь. По мне этот, там, по мне прилетел, карандаш прилетел по мне, ребят. Скоро гасят, либо просто растянулись вдоль. Справа обходят, по-моему. Ну ладно, неплохо, неплохо было. Мне понравилось. Да-да-да, я про них и говорил. Здесь хаба, нам надо хаба дефать. Да, нам надо вообще тут дефать. На метке Чарли сидят типы. А там второй идет к ним. На север, за забором. По нам миномет херачит, на хаб прям. Ой, тогда прячемся, прячемся. Блять, уходим, уходим. Здание, здание, здание. Блять, тут крыши, здания нету. Пострелял. По-моему, нас обходят. Свои. Смотри аккуратно, братан. За забором, да? Мы на хабе как бы. Снял на 53. Да, я видел, я видел, я видел. Да, 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 я видел. Посади, пожалуйста. А там есть, можно, там есть такой выступ, видел? Там можно подняться.
это плохо. Что? Сегодня будет вечером. Вечером будет. Ну ты попал на видос. Но я еще только не записал, надо выиграть катку. Да, да, полный, 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 да, полный. Так, кто-то обстреливает. Побегай, только не на... не это... прикрывай. Блять, справа, справа, за забором. Убил, убил, убил. Я лечусь. Прикрывай. Прикрывай, прикрывай. По нам РПГ. Азимут, скажи. Ага. Так, парни, воюем на север, ближе на север. В траве лежит, в траве, в траве. Вот сволочь. Барс, попробуй сейчас пройти и сейчас поднять. Джип едет. Быстрее, он... Наш, фу. А если я... Спасибо, Бас. Я про твой ник непонятно как. Спасибо. Пулемет прикрывает. Медик, спасибо огромное. А вот он, труп. Они здесь в кустах валяются. Да они в поле, они в поле, в траве где-то. Нет, патроны не нужны пока. А, да я скину. Туда сильно не лезь, не надо. Пока тут дефаем. Бармалей. Слева, слева за забором. У тебя слева, слева, слева. Да. Барс, слева у тебя за забором. Не-не-не-не. Наш? По-моему, не наш. Или наш? Да, наш. Я ж говорил, не наш, ребят. Ну ё-моё. Сейчас подниму. Убил, убил. Тут еще один есть. Когда подниму, не вставай, Барс. Понял? Не вставай. Тут два человека еще где-то в поле. На 350. Главное, бородача убили. Спасибо. Да не за что. Да у меня полные пока патроны. А, только бинты возьму сейчас, подожди. Ага. Да, да, взял. Спасибо огромное. Так, в конце где-то на 228 кто-то есть. В конце забора и справа где-то, куда ты смотришь, тоже есть. Сильно не вставай, только. Не нужно. Давай за забор. Давай за забор, назад. Я говорю, ползет. Я видел от РПГ эти, понял? А я на 259 смотрю, думаю. А ты мне такой говоришь, какой нахрен наш, думаю, это не наш. Пошли, я к командиру пойду. Командиру пойду. Очень жестко.
Там что-то жопа происходит. Кэп, что там у вас? Туда, к тебе бежать? Пацанов, проблемы. Занимаем точку. Меня скорм прилетело, пропада. Да меня уже с этого карандаша два раза прилетало. Где ты, брат? Видишь их? Через дорогу пацан ходит. Ох, еба! Вот это прилетело. Отойдите от окон, отойдите. Кто там поднять? Сейчас подниму. А ты уже умер. Она полностью умер. Ты что, угораешь? Кулик, видишь их, кулик? Перебегает, перебегает. Перебегает дорогу. Сучки. Ой-ой-ой, так опасно выходить. Какие здания? Опасно. Оборона жесткая у нас. Труп. Вижу. Вижу. Блять, сняли. Енот, я на крыше лежу. Можешь поднять? А только подползи, не вставай. Проехал мимо, меня под... Я в сейве. Я в сейве. Я в сейве. Скажи, сейчас его сниму. У них где-то снайпер еще есть. Возле хаба или возле радио? Давай, медикс. Я понял, надо сейчас я, ребят, я в другом месте, просто тандем. Метку, метку на него. Ребят, дайте метку, метку ровно. Ага, вижу. Сейчас вернусь, ребят. Сейчас вернусь. Бардак там же, да? Да-да-да-да-да, я прям на него смотрю. Он горит, выезжает. Горит, 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 горит. Сейчас нам мрап отработает наш. Бардак минус. Все, красавцы. Тогда я не побегу туда. И да, ребятки, вам нравятся полные видосы каток, чтобы вам вот сели от начала до конца смотреть. Или вам нравятся видосы короткие, нарезки. Напишите, мне это важно знать. Если полные нравятся, я также и буду полные снимать. Ну, имею в виду полную катку вам записывать или кусками. Ну, нарезок в Ютубе я посмотрел много у ребят, а полностью никто не записывает игру. Ну, мне кажется, что лучше как вот как фильмец, сериальчик такой, знаете, смотреть полные катки. Мне кажется, вам это заходит. Напишите обязательно, хорошо? Они с юга идут к нашей хобби. Ой, сори, брат, сори. Сори, все нормально. Уже тут где-то ухал противник. А я тебе не попал вроде, да?
Вовремя убрал ствол. Такое ощущение... Да-да-да, я видел. Откуда? В здании. Еще один бармалей. Одного убрал. И в здании один убил? Нет. Одного убрал я. Одного убрал. Убрал, по-моему. По-моему, убрал здание, брат. Нет, не убрал. Жесткая перестрелка. Надо лечь. Это гранаты закидывают, суки. Жестко, жестко, жестко. Болтает стоя, стамина нету. Так, где-то еще идут. Они здесь. РПГ. Подними меня. Очень жестко. Брат, сейчас, подожди, я сам раненый. ГПшит нас. Да. Все, сучка. Мультиварка, аккуратно, возле, на наших трупах тело. Все, кто умирает, рестайтесь на актуальном хабе, идите на точку актуально помогать. Окей, понял, принял. Северо-восток от нашего хаба противник, упоривающий. Близко, где-то метров 30. Ты имеешь в виду с Левандера бежать на эту, на попе, да? Ну да, я так и понял, в принципе, туда. Ладно. Так, патроны здесь есть? Есть. Вот они. Так, 1100, хватит. Все резкись на актуале. Все, кто умер. Угу. Так и сделали уже. Ждите, как хайп разворачивается. Блин, ну прицел, конечно, у АУГа, но это жесть. Как он? ФВ-88 он здесь называется. Как в контре раньше говорили, нету рук, бери АУГ. Так и здесь. Такие дела. Ладно, парни, придется бежать долго. Ну как, относительно... Ну, я бы не сказал, что долго. Ну, так, более-менее. Пробежечка, она не мне помешает. Что там по тике, там 140. Охренеть. Надо как-то точку брать. Ну, у бабах их очень много, тикетов. Бабахи они такие, у них очень много тикетов. Как же точку взять эту, а? Ой-ой-ой-ой-ой. Так, а они же вроде берут. Подожди, они же... Или мы наступаем? Так. Подожди, кто-то стреляет рядом. Снайпер наш. Там у ребят замес страшный. На точке. Так, далековато, да, бежать, в принципе.
Ого, там что-то взорвалось. Так, а там что стоит такое? Выбито. Ты куда ты полез, братан? Жестко прилетело. Не понял. Они тут? Так, надо парня поднять вот этого. Бартан, тебя никто не поднимает, да? Так, они здесь. Подожди, братан, подожди. Блядь! На входе, ребят, на входе. Чернук, Чернук, на входе. Поднимите, пожалуйста, если у вас есть возможность. Барс, Азов, подними, брат. А, понял. Там их много. Они все, они на мне. Их очень много. Ладно, резаемся. Там наш еще есть. Белорус, аккуратно. Их очень много. Живешь, белорус? Возможность есть поднимать? Они своих поднимают. Блять. Сука. Ладно. Не получилось. Но ребята старались. Так, раллик есть, отлично. 49 секунд. Ой, какой-то жопа происходит, ребят. Просто гребаный ад. Там что-то жесткое. Прям жесткое-жесткое. Мы нашу точку взяли. Надо дальше теперь. Если сейчас четвертый захватит, будет вообще шикарно. Мы должны их разнести. Хотя тикеты прямо на глазах уходят. Я вот смотрю, 140, 141 был. Много гивапаются, походу. Желательно бы ребятам не гивапаться. Ну ладно, что сделаешь. 142 перебегают поле, где я. Слышь, медик? Я уже понял. И Марксман тоже. Лежат в поле передо мной на 140. Про Тиму можно мне? Я четкий мент послушаю. Передали уже. Померки чарный противник. В здании. Вижу. Видел? Брат, видел? Зашел за угол. Они там пищат. Надо ближе подходить. Вали, вали. Вижу. Блять, на, высунь еще головушку, пожалуйста, ну же. Вижу, вижу. На, по-моему, убил, да. Перебегают. Минус труба. Минус труба. И... Трубу убил, ребят, за мостом еще есть на 256. Попробуй поднять меня. Сейчас попробую. Медик попробую поднять. Если тут полезно, блядь, я сразу ее не буду. Он с твоей стороны лежит. С моей стороны никого нет. Я убил двоих, кто вас убил. Прямо на моем группе двое было, одного забрал, один остался. Брат, лежи, сейчас подниму. Не вставай. Я рядом. Вижу, подожди, не могу поднять.
Подожди, не могу поднять, их там много. Смотрите, на 278, пацаны. Очень много. Двое, двоих как минимум видел. Троих. Блин. О, победа. Фу, красава. Всем спасибо за игру, ребят. Ну что, ребятки, мы старались, бились как могли. Четенький отряд. Все поубивали, ребят. Все, ребятки. Не забывайте подписаться, поставить лайк. С ваш лайк, подписка. И до новых встреч, ваш Мегатоник. Пока-пока.